Всем добрый день, приветствую на стадионе «Спутник», Нижний Тагил. И нам предстоит посмотреть очередной матч Кубка Карфидова 22. Сейчас команда «Спутник», Нижний Тагил в белой форме и команда «Уральские львы» из Екатеринбурга. Желто-черные. Классный дриблинг там сразу же закладывают нападающие «Спутника». И увидеть, что будет открыть матч на первых же секундах. Первый свой матч, это у нас группа Б, обе команды выиграли. Классно, дриблинг, удар есть. А нет, львы-то разошлись миром, первый игре с Аргой, Серова. Так что у нас пока что лидер этой группы как раз вот Спутник, у него 3 очка в активе, а у Львов и у Серова по одному. Спутник свои матчи открытия переиграл Земляков, Земляков, и Питер Китс под вопросом Евы Бахова. Коллектив идет вперед. Барана Львов. Если сложно в этом эпизоде, не будет пробить. У них такая амуниция, все играют в банданах. Ну, больше тигриных. Смотрится все эффектно. Каркас выручает, и похоже, он выручит дважды. Вот это да. Там есть? Дримец. Чуть-чуть не удержит. Да-да-да. Вот. Пипец какой-то. 3-0 ведем, убирает центральную защиту. И все, и три сразу выселяют. Чуть-чуть не удержали. Надо было победу забирать. Где здесь, я не вижу, что всякое было. Мелкий вообще растут. Вот это она? А? А отмотать нельзя никак? Не знаю, помню, можно. На ютубе-то нет ссылки? Это ВКонтакте. Воротами расположился, видимо, да, как раз вот у него. Да, у него за Львов играет. Сада уже подсказывает. Я просто в YouTube выложил игру. Уже.
нормальном качестве. Я хотел мелкого Грейзли посмотреть. И тут классная атака у Екатеринбурга, удар с другом. Помимо. И Александр Анисимов, игрок Жасмина, чемпиона области. Вот это Кубка России 3-го дивизиона. Помогает мяч вернуть в игру. И вот там гости заехали в Нижний Тагил. Ну, Александр, между прочим, успел поиграть в прошлом сезоне и в чемпионате, во-первых, чемпионате города Нижнего Тагила за спутник Фортуну и забил причем золотой гол в поселке Барончинска с Нью-Годсу. Таким образом оформил чемпионство клуба Черненского района, так что Александр вручную. Нередкий гость тем временем отличается. Выходят вперед. Да, да, я вышел. На юг. Одиночный счет примерно. Алексей Репин, Тагил нужен гол. Салют и медалька золотая. Но пока что спутник. Такие проигрывают 0-1. Первыми забили Юра Лайонс. Хорошая передача, но защитник молодец. Прочитал комбинацию, опасный пас прервал. Банана спутника не заблокировал, головой разыграет клуб из Екатеринбурга. Комбинация под удар, которого как кичан справляется. А вот параллельно в втором поле у нас играет Арго Серов. Выход 1-1, удар. Дальний паразит, но вратарь справился. А на втором поле у нас тем временем гол забивает Арго, да, Арго. Сурово отличился. Играет они с командой. Рыбакова. Там подбегут. Там нападающий мяч не дошел. Классный дебют, выход 1-1. Еще хотел улучшить позицию голкипера, обыграть нападающим, но голкипера-то обыграл, а защитник поставил. В этом эпизоде вам забить не удалось. Удар заблокирован. Супер длинный, там закладывает игрок спутника, мяч в итоге потерян.
отличный прием, тут три против двоих защитников, но потом справился у спутника. С первого номера не ошибается, так мог снять себя выхода один на один у тагильчан. А здесь неожиданный удар из-под защитника, и это 2-0. Болельщики рады. Классная поддержка. Юра Лайнс, барабаны. Дополнительная там экипировка фаната тоже присутствует. Ну и самое главное, кричалки. Тут как тут, ну и спутника тут тоже. Болельщики есть, даже вот флаг развивается. Спутник, но пока что коллектив Николай Сергеевича уступает гостям из Екатеринбурга 2-0. Ту же встречу Евгений Смирнов. Он сегодня работает на первом поле. А вот на втором поле судит Максим Альбрандт. Солнце с нами. Пришло из-за туч. Садков нету. Очень хорошо. Заключительный матч в группе Б. Вот. Сегодняшнего первого игрового дня. И тут нападающий всех уже обыграл. Вышел на пустые ворота и не забил 9-0. Сложного эпизода. Отличился. А тут уже вот сделать все, чтобы забить, промахнуться. Ну, вот попадают у болельщики, что да, ну и такое бывает, страшно. Пас назад на вратаря. Дальше фланг тут классно перехватывает игрок спутника, на двигунке уходит от одного. Лучшая позицию, бьет уже в падении. Но все классно сделал в этом эпизоде. Нападающий чуть-чуть вот сейчас все не повезло. Классно комбинируют львы. Да, у них численное преимущество было 3-2. Вот эти два защитника. Раз за разом остаются против превосходящих сил соперника. Надо все останавливать. Кипер уже призывает забить спутнику. Понимаю, что вчера тренировочка была турнирная. Нарушенные правила были в атаке, меня сейчас приходит к вам. Номер забил сегодня дважды. В одном матче. Матч первой игре. И была один предприятий. Получил снайпер с мира. И у нас
первый тайм подошел к концу, счет 2-0, впереди Екатеринбург, противостояние с Нижним Тагилом. И вы побеждают пока что Спутник на родной арене. Спутник, хозяева стадиона. Ну, на втором поле, похоже, у нас там реагирует Аргой, Серова. Гол они точно забили. Сергеевич поставит всю команду на второй тайм. Сергей Плюхин тут как тут набирает фотокадры, чтобы только есть монет. Вот и встреча Александра Анисимова, Андрея Миронова. Далее, видимо, они раньше в одной команде друг друга хорошо знают. Ну, у нас начался второй тайм. Юро Лайонс против Спутник. Нижний Тагил. Счет 2-0, перевели гости из Екатеринбурга. Довольно темные тучки на стадионе, что группа А и Б, Б и А закончится без осадка. И у нас еще матчи в группах С и Д. Классно. Футболисты у нас будут команды, которые мягче, но людей подальше, чтобы у нас игра не задерживалась. Кипр уже подключается к текущим действиям. Львов, комбинация Павлодарца, Павлодарца посыпал ждал передачу, на лидера наверняка бы там третий гол был уже ворота Спутника. Ну, как видим, следующая команда уже приступает к тренировкам, к разминкам, точнее. Хорошие правила были, опасные, что предлагает Спутник, хорошая возможность еще в матче. Возвращаемся с 5 до 1.
готовился. Привет, все, садки. Как мы с выступаем на группе Б. Классный перехват. И передача, передача. Чечнее. Шаба цела, я там отправил. Прям не смог. Стрит, чаще ударил. Голкипер ошибается, ворота пустые, но подстраховывает этого защитника. Звали Лев Яшин, еще ничего такого ошибки не сделал. Ну не такого, ошибка. Да, да, уже сейчас точно мы видим, дождь начался. Под конец первой половины вот, первого игрового дня, только от Фидова. Такие прогнозы сбылся, насадки есть. Лишь бы не сбылся завтра и послезавтра, но вообще уже дожди обещали и грозы. Яшин отрабатывает действия как защитник, что позволяет, чтобы немножко подключаться к предыдущим действиям. Вот 1-1 и нет, вратарь. Спутников покажет, что он тоже Яшина может сыграть, выручает. У нас 3-0, противостояние Юра Лайонс, Екатеринбург и спутник Нижний Тагил. Классно, да, прессингует спутник и через мяч рикошетом от нападающего из-за ворота. Вот. Оборона спутника провалилась. Выход 1-1 и точно удар. И это уже 4-0. Болельщики были готовы, что погода изменится. Даже девиками одели их быстренько. И играем сейчас даже. Не нужно под козырек стадиона. Наблюдать, почему в эпицентре события от кромки поля, можно сказать. Прямо с другой дорожки. Тут мяч голкипер спутника с планка вылавливает. Двадцатый вперед. Удара пока на высоте. Точно не пикаешь. Зато тут не помог. Мяч в игру. Двигается все происходящее.
первом поле, так, на втором. Вот успехи момент, да. Посмотрите, куда в дальний угол. Делалось у нас в том игре. Штрафной, значит, ворота спутника. Бьет голкипер. Да, прошу, можешь. Последние минуты уже матча. И вы близки, чтобы одержать первую победу на турнире. Первый матч на подходе сыграли ничью с Сардой Серова. Дождь вас так поморосил, но только что прекратился. И так далеко просветлено. Налево. Что-то как двое встречают. Встречается контроль. Начнем сохранить, он дает пас чуть назад. Чтобы контролировать мяч. Лайонс. Ну, господи, подался долго. Перехватить. Такая команда в желтой форме. 1-1 удар и мимо. Аплодисменты сразу звучат. Болельщики.
хорошо задействовать голкипера. И вы, что сзади на отыгрыше, чем так вот все удалось. Завершаем. Я прикончил, спасибо за внимание, и удачи.